Привет! Здесь расклад для вас на такую тему: для кого вы сладкая женщина? Если на всем белом свете человек, для которого вы очень важный человек, кто любит вас, кто заботится о вас, кто хочет быть с вами. И может быть, вы сейчас в разлуке. Или может быть, вы сейчас вместе, охладили ваши отношения. Или у вас качели. Или у вас все хорошо, вы счастливы. Но на самом деле, останетесь ли вы для вашего партнера, партнерши сладкой женщиной? То есть вы можете быть мужчиной или женщиной, неважно. Сладким человеком, я бы сказала, да? Итак, здесь ваш дом. Расклад всегда заговаривается на счастье, на любовь. Это карты аргентинские, кстати, античные. И клубника, здесь такой аромат, просто чудо. Клубника сладкая, сладкий плод. Для кого вы сладкая женщина? Если вы мужчина, сладкий партнер и так далее. Для кого вы сладкий человек? То есть, другими словами, ну, сладкий – это наш мозг хочет сладости все время, потому что он работает на сахаре, да? То есть, кто думает о вас сладко, кто мечтает о вас, кто любит вас, кто чувствует любовь. И сладость – это сладость жизни. Кто хочет быть с вами? Потому что сердце не обманешь, кто на самом деле хочет быть с вами. Здесь есть карта мужчины и женщины, это вопрошающие. И я буду... О, смотрите, вы первая. Я буду делать диагностику, хотела сказать. Ой, смотрите. Действительно, расклад заговорен на любовь. Как это здорово, я очень счастлива. Ну, это очень счастливо. Ну что ж, что получается? Обычно в таких раскладах мы берем карту до и после вас, карту до мужчины, после него, ну, вы вышли как пара. Я поэтому беру следующие две карты, которые покажут ситуацию на сейчас. Смотрите, какая красота. Дерево и букет. Дерево – это то, что вы родственные души, и будете обязательно счастливы. Дерево, знаете, это дерево жизни. Это же, ну, это желание жить, любить, это витальность в отношениях, это все самое-самое лучшее. Ну, а букет – это свидание, встречи, чувство любви, подарки. Подарки от любимого, подарки от судьбы, все самое-самое-самое сладкое. Здесь для вас. Вот как обернулся прекрасный расклад. Действительно, пути Господни неисповедимы. И в раскладе мы видим духовность, и мы видим, что действительно спросили мы о сладости. И колода обернулась чудом. Показала сладость ваших отношений. Здорово. Показала то, что вы будете счастливы, безусловно. И безгранично. Кстати, если у вас нет мужчины, то это встречи. Это букет, это встреча, это скорая встреча любви. И если вы в разлуке, вас разлучили обстоятельства, которые от вас выше, не зависят. Либо другие люди, которым это было выгодно, то есть негативные люди. Если так произошло, обстоятельства могут быть связаны с работой, там, финансами или с какими-то более серьезными глобального масштаба событиями. Но вы будете вместе, вы будете счастливы, вы будете живы, будете жить в любви и в достатке, потому что букет – это достаток, шикарно. Так, что еще нужно знать по этому вопросу тем, кто зашел на расклад? Я по две карты буду здесь брать, это дуады, насколько вы поняли. И расклад сам распорядился, потому что выложил дуаду господин и госпожа right away. Новая любовь. Для кого-то новая любовь. Смотрите, для очень многих проиграется, что мужчина выполнит обещание. Кольцо – это выполнит обещание, это верность человека, это самое-самое лучшее, самое лучшее. И карта «ребенок» означает, может, для кого-то новый мужчина, новый любимый человек. А для кого-то карта «ребенок» может означать новая встреча, новые свидания, новые отношения, новые разговоры, что-то новое. Замечательно, да? Я когда карты, кстати, симметрично выравниваю, расклад больше открывается. Кто не знает мою методику, может быть, в первый раз. Мне очень приятно, что вы зашли. Приглашаю вас быть на моих раскладах часто, потому что они помогают жить радостно, счастливо, а также с пользой проводить досуг, что на самом деле дорогого стоит. Так что подписывайтесь, если кто зашел, не знает. Я руками тоже чувствую, когда карты вот выравниваю симметрично, они больше открываются.
Так что же еще нам нужно знать по этому вопросу? Какие-то были хмурые разговоры? У кого-то из вас проиграется, конечно, не у всех, но у некоторых. Что были хмурые разговоры недавно у вас с человеком, о котором вы сейчас думаете? Эти хмурые разговоры касались того, что, может быть, были препятствия между вами. Были люди, которые хотели вам помешать и напустить туману, да? Запутать вас, интриговать ситуацию. Была встреча с какой-то змеей недавно, вот видите? Всадник этой встречи и змея, это может быть у кого-то соперница, настоящая или там виртуальная. Но следующая карта покажет, настоящая ли она. То есть была встреча с соперницей. Нет, не настоящая, потому что карта гроб выходит. Это соперница виртуальная, которой на самом деле нет, но может быть кому-то выгодно внушить вам, что соперница имеется, да, чтобы, ну, испортить вам нервы. Есть такие люди. Они делают это сознательно. Но им самим не очень хорошо живется в мире, в жизни. Поэтому они пробуют и другим помешать. Есть такие люди. И здесь эти люди проявились. Да, это может быть и обратка врагу, обратка сопернице, кто нарушил ваш покой, кто хочет навредить вашим отношениям, кто хочет, может быть, доставить вам какой-то страх, неприятности. Это, кстати, может быть в роду кто-то. Это может быть родовая карма. Змея и гроб – это родовая карма. Какого-то человека, может, в вашей семье тучи часто по тучам проходят родственники. Родственники, которым что-то выгодно вам, может быть, портить нервы. Ну, что у них у самих всегда плохое настроение, а они бы хотели, чтобы у всех было плохое. Есть такие люди на свете. И вполне возможно, что вы знаете их в лицо. Это такие люди, которые вам вредят сознательно. Понимаете, это какой-то хмурый разговор, потому что тучи идут на птиц, а птицы улетают. Этот разговор уже был и прошел. Но он как-то запал вам в душу, и вы очень обиделись. Может быть, это с родственниками или еще с кем, с подружкой. Был разговор, который вас озадачил, и вы очень обиделись. Разговор закончился, обида осталась. И вот это или подружка, или родственница, как змея, да? Здесь проходит. И вы, может, с этим человеком больше и общаться не будете. Потому что этот человек хотел перекрыть вам дороги на любовь. Здесь всадник между тучами и змеей. А это означает, что вот этот нехороший человек, который может быть, кстати, два и тучи, и змея. Двойная карта змея, раздвоенный язык, двойная тучи, карта тучи, там тучи светлая и темная сторона, да. То есть здесь могут быть два человека, которые хотели помешать вашей встрече, распустить какие-то слухи, в общем, навредить. Следующие две карты. Клевер и ключ. Ключ, конечно, шикарная карта. Это может быть ключ от общего жилища, которое может быть у вас с этим человеком, о котором вы сейчас подумали. Это может быть общее жилище. Или же это могут быть общие дети у вас, да, вот, видите, карта ребенок, будут или есть. Ключ – это ключевой разговор, может быть, между вами. Какой-то ключевой разговор произойдет по утренней дорожке, по ранней дорожке довольно скоро произойдет какой-то ключевой разговор, который прояснит ситуацию. Обе карты бубновые, здесь связано что-то с деньгами, может быть, была ссора из-за денег, из-за финансов. Вообще напряжение обычно у людей из-за денег. И будет разговор, будет встреча, все прояснится. Да, будет разговор обязательно. Здесь, может быть, будет какая-то подработка или у вас, или у вашего любимого человека. Я сдвигаю, чтобы можно было мне выложить еще немножко один ряд. Все-таки я хочу сделать более детальный расклад. Для этого нужно место еще на один ряд. Так вот, я скажу, что... Какой-то ключевой человек в вашей жизни. Кто это может быть? Это может быть человек, с которым вы уже виделись, знаетесь, или даже родственник. От него придет какое-то известие по поводу вашего мужчины. Или от него, или от нее, да. Это известие будет довольно приятное, потому что клевер – это приятная карта. Например, о том, что он приедет и будет встреча. Может, его родственницу встретите где-то в магазине в очереди, она скажет, что он приезжает, и вот у вас будет встреча, и будет все хорошо. Какой-то ключевой разговор произойдет, и
удача на пороге. А гора и солнце. Если бы гора вышла рядом с плохими картами, она бы означала негатив, препятствия, плохие люди и их действия. Или же обстоятельства, как я уже говорю, более глобального плана, которые от вас мало как зависят. Но если гора выходит в окружении хороших карт, что здесь и получилось, это говорит о том, что это фундамент ваших отношений. Будет встреча, ключевая встреча, которая еще теснее приблизит вас друг к другу. И это основание вашего будущего дома, ваших отношений. Отношения со временем будут только более крепкими, более устойчивыми. Если были в отношениях качели, они все уйдут. Я вижу здесь еще одно негативное влияние, потому что коса и крест. Если коса идет на крест, то это негативное влияние, оно заканчивается. Если я рассматривать буду коса, крест и рядом гроб, это говорит о негативном влиянии кармического плана. Может быть, с мужчиной были ссоры, и они связаны с тем, что мужчина кармический. С ним нелегко. Поэтому я говорю, что у некоторых здесь качели проявляются. Но вы в любом случае предназначены друг для друга, и отношения должны продолжаться. Крест – это тяжесть в отношениях, это усталость, может, вы или он устали. Это страхи, может, вас кто-то запугал. Гроб и крест – это страхи. Но когда три карты, которые четко показывают на духов рода или на влияние кармы из прошлых жизней, это вот эти три карты – коса, крест и гроб. Если они выходят рядом, это одно дело. Если они выходят далеко друг от друга, это совсем другое дело. Но здесь они вышли рядом. Еще вопрос, они вышли рядом друг к другу, окей, значит, мы видим это влияние, родовое влияние, негативное проявление из прошлых жизней. Может быть, в его характере или что-то такое есть в вашем характере. Если эти карты очень близко к вам или же к нему, то тогда это очень серьезное негативное влияние. Но я здесь не вижу такой близости. По треугольнику самые близкие карты к вам – это букет, всадник и дерево. Карты очень хорошие. Они говорят о том, что несмотря и невзирая на препятствия и не на то, что есть много недоброжелателей или сложных бытовых условий и ситуаций, или, опять же скажу, более глобального, более серьезного уровня обстоятельств, например, разлучились из-за сложных и опасных всевозможных перипетий судьбы, которые случились не по вашей вине, и вам пришлось уехать, а ему остаться, например, или еще что-то подобного плана, оно здесь проявляется. Потому что, несмотря на эти все сложности, у кого какие, у кого маленькие сложности, у кого большие, ваша пара должна быть вместе. Это сладкое стечение обстоятельств. Потому что вот этот треугольник здесь открывает все. Еще и ключ вместе с кольцом, разговоры и новые встречи. Но хочу сказать, что дорога вашей любви непростая и нелегкая. Она может быть отягощенная тяжелой кармой или же, прямо скажем, не очень повезло вам или ему с родственниками. Но это, наоборот, делает вас более сильной парой. Кстати, вот тогда всегда, когда родственники против, особенно родители, пара еще сильнее становится единым целым. И это то, что у вас произошло. Эти две карты. Рыбы и сад, да. Это однозначно, что вам суждено быть вместе. Это точно проиграется буквально у всех. Потому что, несмотря на то, что есть влияние, вообще расклады, они же заговорены на любовь. Посмотрите, клубника, она же заговорена на любовь, сладость в отношениях. Когда в картах выходят рыбы как последняя карта и букет как первая карта, то здесь без всяких сомнений эти отношения должны были случиться. И несмотря ни на какие препятствия, вы их пройдете.
В будущем вы будете очень счастливы, потому что рыбы – это полнота счастья с бубновым королем, то есть с человеком, который в вас заинтересован. Бубновый король – это действительно король, который в вас заинтересован, для которого главный человек в жизни – это вы. Бубен – это радость и счастье, ресурс, деньги, да, деньги готовы складываться. Готов буквально на все ради вас. Поэтому карта рыбы. Сад – это гармония в любви. Гармония в любви, рыба – любовь. А также рыба – это удача, гармония в удаче. Так что здесь по этому раскладу я однозначно вижу, что вы и ваш любимый человек, ну, жизнь пройти, не море перейти, да? И вы многое уже прошли. И вы осознаете, что вы рождены друг для друга. Здесь нет никаких сомнений, что вы будете вместе, и вы будете очень счастливы. Здесь нет никаких сомнений абсолютно. Вы сами все видите, при вас беру карты. И пока я рассказываю, держу вот так колоду в руке и смотрю, а здесь корабль. А здесь корабль с другой стороны, да, вот. Это дно колоды, так называемое. Что держу карты в руках, и, ну, правой руке я рассказываю вам. Вот раз, а здесь корабль. То есть на то, что посмотрел предсказатель, то имеет место быть. И карта корабль говорит, что, ну, будут перемены. Если не корабль, то самолет, да. Вот здесь и самолет, и корабль. Так что вас судьба сведет опять вместе, если что-то вас разлучило. Нужно верить и надеяться, и знать, что это так и будет. Ну, а если у вас еще нет человека, то вам по судьбе вот такой человек. И хотите вы или нет, вы не избежите этого. У вас все равно встреча будет. Корабль – это встреча. Кстати, корабль, ну, в более таком глобальном смысле – это переезд. Так что многие из вас, кто смотрит это видео, вас ожидает переезд, скорее всего. Знаете, и корабль, и самолет, так что далеко. Переезд будет далеко. И на этом новом месте вы найдете себя, вы найдете свое счастье. Вам будет там очень хорошо жить. Вначале будет, конечно, тоска по родине, может быть. У нас здесь и змея, и гроб. Это говорит о том, что будете очень переживать. Вы будете иметь ностальгия, да, она есть у всех. Вначале так будет. Может, у кого-то 7 месяцев будет такая ностальгия, у кого 8, у кого 10, но что-то такое будет. До 3 лет может дойти, кстати. Но она будет с каждым разом все легче и легче. 36 на 3 будет, конечно, 12 месяцев, да. От года до 3 месяцев может такое ностальгическое состояние быть, но это все уходит по тучам, все уходит, тучи развеются и будет солнце. Когда выходит солнце? И были тучи в раскладе, говорит о том, что все трудности, все сложности, вся вот эта негативщина, она уйдет навсегда. И солнце – это счастье. Еще скажу, что в раскладах, когда, опять же, гроб и крест рядом, это духи рода. Духи рода через этот расклад с вами говорят, я должна обязательно это сказать. Духи рода особенно показали на карту корабль, потому что она даже в раскладе не вышла, но она была на дне колоды. Говорят, что вам по судьбе жить на другом месте, в другой стране. Там будет другой язык, потому что у нас птицы и ключ. Когда птицы и ключ вместе, это другой язык придется изучать. Это будет вам на пользу. И вы найдете там свое счастье, клевер. Там вы построите стабильный дом, и у вас будут счастливые отношения. Ну, все видно, все в раскладе. Духи рода вас защитят, вам не о чем беспокоиться. Потому что каждый раз, когда нужна помощь, духи рода всегда защищают. А также посылают вам вот рыбы и гармонию. То есть посылают вам любовь и деньги. Деньги будут. Особо переживать ни о чем и ни за что. Но нужно знать, что такой расклад, он судьбоносный, который я только что сделала. Он приносит счастье. Убирает негатив. И приносит счастье. Это видно. После негативных карт у нас вышли очень хорошие карты в конце расклада и показали, что если на вас и был негатив в начале расклада, то со временем просмотра, к концу расклада, этот негатив полностью ушел.
потому что все мои расклады заговорены на то, чтобы вас исцелять, очищать и давать вам в будущем счастье. Я спрашиваю ваших духов, я не просто так спрашиваю, знаете, не просто в воздухе, нет. Особенно, когда выходят карты духов, так это наверняка 100%. Я спрашиваю ваших духов. Кстати, вот когда я делаю расклады, я всегда приглашаю в ваше пространство, только нажали посмотреть. Я благодарю Творца за вас и сразу приглашаю в ваше пространство ваших ангелов-хранителей. Поэтому расклад вы получаете через ваших ангелов-хранителей. Мой голос мне не принадлежит. Просто моим голосом вы слышите ваших ангелов-хранителей, которые говорят через каждый мой расклад. Вот, да, будет сладость жизни. Такой запах клубники. Я знаю, что вы тоже его ощущаете. Просто аромат. Расклад актуален в то время, когда вы нашли. Абсолютно не важно, в какое время суток или в какое время года, и в каком месяце года, не важно. Расклад обязательно принесет пользу и поможет вам. Вот так, мои дорогие, жду ваших комментариев, потому что очень важно, что вы напишете. Таким образом у нас с вами связь. Я читаю ваши комментарии и молюсь за вас, и в следующих раскладах учитываю, естественно, все от моих подписчиков, пожелания. Так что, пожалуйста, пишите. И делитесь моими видео с друзьями, это тоже очень важно. Друзья, я благодарю вас, что вы со мной дружите. Я целитель, я гомеопат и астролог из Канады. Живу в Ванкувере много лет и работаю для вас. Двери моей студии всегда открыты. Вы можете ко мне приходить в любое время дня, суток или ночи, когда вам это нужно или когда вы хотите отдохнуть и с пользой провести досуг. Высшие силы всегда вам помогут, дадут подсказку, покажут вашу счастливую дорогу именно в моей работе. Если вы решите поставить лайк, это абсолютно несложно и ничего не стоит, я буду благодарна. Подписка на канал – это чисто для вас, потому что тогда вы родной на канале, конечно, и это непременно помогает вам. Если кто-то из вас решит поблагодарить меня редко, раз в месяц, одной чашечкой кофе или же маленькой шоколадкой, я буду признательна, потому что работаю я для всех безоплатно. Если бы я принимала людей, я бы этого всего не говорила, потому что тогда это была бы реклама моих услуг. Но так как услуг у меня нет, я не принимаю людей. Эти видео, они активно помогают тем, кто смотрит. Так что, если у вас есть желание поддержать мою работу, чтобы я продолжала делать эти видео, буду благодарна. Раз в месяц можно послать мне маленький мини-донат на моем сайте. Переход на сайт есть под каждым видео. Нужно нажать на название канала, а потом еще раз нажать «О канале». Это последняя страница на любом канале. И там есть переход ко мне на сайт. Сайт называется www.kolianatarot.com. И также я иногда забываю, иногда нет. Я помещаю свой переход на свой канал, вернее сайт. Канал это YouTube канал, а сайт там где W. Я помещаю переход на мой сайт в гармошке, в описании каждого видео. Там можно оставить маленький мини-донат, доллар, два, не больше. Если у вас есть на это возможность, и если это не накладно. Благодарю от души тех, кто это сделает. А я здесь всегда для вас. Двери моей студии всегда открыты. Приходите, смотрите. Иногда показываю только карты, иногда себя. Я светлый маг, своего лица не скрываю. Будем видеться. Желаю всем добра, счастья и любви.